Ну давай бегом, Семён. Всем привет. Мы ещё ты раз снимаешь? играем в Тёма Бубука. Всем доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня мы будем играть в неоновый пластилин. Мы будем делать, лепить всяких монстриков и грибов. Наборы. У нас будет тесто, пластилин, аксессуар для декоратирования, инструктор по лепке. Сейчас будем открывать. Андрюш, открывай. Да, что я вам скажу? Смотри, вот и вот. Ой, не две коробки. Не рви. А ты... А, здесь скотч. Вот, явно. Что же там лежит? Ничего. И у нас же, ребятам. Что там лежит? У нас тут ребята. Неоновые цвета и наклейки. Аксессуары. Мама, я буду наклеивать. Конечно. И еще инструктор по лепке. Такой вот. Инструкция, как да? лепить. Так. Что нам для начала-то нужно сделать? Для начала я буду... Еще раз нам покажите, мы плохо увидели с ребятами. Давай, мы сейчас будем лепить монстрика Бу. И еще Бонни. Ребят. Бончи. Да, Бончи. Давайте будем лепить Бончи. Инструкция по лепке. Вот это у нас лепить. Давай вот это. Так у нас вот это. Вот это вам. Можно слепить. А этих мы завтра будем лепить. Давайте сегодня будем... мы лепим вот такого монстрика. Будем монстрика. Будем у нас на него нет пластилина. Монстрика это Бу. Это другой наборчик. Бабочки такого. Давай сейчас начнем лепить. Так. Так. Пожалуйста. Начнем. Тело. Андрюша, катай колбаску. Катай колбаску. Ребята, давайте рассказывайте, какого цвета пластилин открываете, что вы хотите делать. Поподробнее рассказываем, ребята. Да, некоторые ребята не знают, как делать и что делать. Сначала раскатываем колобочек, делаем из него овал, сжимаем верхние углы, сжимаем все черные, ну, чтобы не было черных точек. Делаем для головы. Настенька, давай ты тоже лепи. Чтобы типа это было вырезать надо, ребята. Да, тут нарисованы ножницы, значит нужно вырезать. Настя, принеси ножницы, пожалуйста. Делаем. Мы сделали тело для... Ты так долго собираешься? Все? Ты все портишь, ты, блин, вообще... И Андрюх что-то начал лепить, а я буду делать туловище. Я возьму... Андрюх, можно я немножко возьму? Ну, Настя, ты подашь скалку? Пластилина такого. Мне на животик слепить. Давай. Можно, пожалуйста? Вообще, этот большой кусок. Это волосы? Да, это так. Ты тело уже сделал, да, Ев? Я на грузика возьму. Я вырезаю пока что. Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Вот. Надо вот это болото вырезать. Я помогу тебе, Настя. Глаза вот эти рот. Ага, так. Ну-ка, давай еще мы посмотрим, как ты тут вырезаешь. Дальше мы лепим ему живот. Так, а что там за болото ты вырезаешь? Вот такая болото. Здесь черный цвет. Зачем нам черный цвет? Угу, такое... И такие глазки. Вот такие глазки. Ага, хорошо. Маленький. Мы лепим живот. Я сделал пупок ему и сам розовый живот. Андрей, давай ножку сделаем. Сейчас я буду делать волосы. Я эту схему маленько пододвинь, и все будет красиво видно. Мы сейчас делаем ручки, да? Я сделал вот такую... И на ручках у него будет штучку. Сейчас надо еще им гребешок сделать. Что за штучка? Для волос. Для гребешка. Что за гребешок? Ну, это волосы нашего монстрика Бу. Угу. Сейчас сделаем. Волосы гребешком прям у него, да, такие будут? Делаем ему
гребешок. Аккуратно ножиком. Ножик мы взяли у себя. Ножик мы не покупаем. Он в наборе не был, да. Да, не был. У нас был ножик, мы его взяли. Андрюш, смотри, у нас уже две руки есть. Нам с тобой нужно сделать пальчики на эти ручки, да? А что, ну, мама, ну ты коробочкой все закрываешь, нам ничего не видно, непонятно. Что-то это за это руки, да, у вас будет? Да. Угу, здорово. Дальше делаем. Что-то интересное вы все делаете. Давай сделаем пальчики маленькие, вот такие вот. Видишь, у него пальчики вот. Опа. Вот таким вот образом у нас будут волосы. И надо покрепче прилепить. А то они что-то неустойчивые. Так, продолжаем лепить. Сейчас будем делать ему. Так, что будем делать? Будем делать ему какую-то зеленую штучку. Болото. Это, наверное, от болота? От болота. Вырезал аккуратно, да? Делаем сейчас ему такую слизь на теле. Монстрика будет. А он же в болоте будет сидеть, да? Да. Для того, чтобы он сидел в болоте, у него он испачкался, у него появились эти пятнышки. Ты мне помогать. Из болота. Сейчас мы сделаем эти пятна. Режем кусочек. Так, мы сейчас сделаем пятнышко. Да, вот один глаз готов. Почему-то у нас зеленый цвет что-то хочет делаться. Делаем пятнышко. Мне нужен еще один пальчик. Мне надо совсем чуть-чуть, вот столько. Так, сейчас я почти сделал пятна. Сейчас пятно сделал почти. Так, монстрик самый красивый. Такое, да, самый красивый у нас получился. Вот, я сделал вот такое вот пятно. Такое, ну так себе пятно. У меня плохо получается. С картинкой еще получается, как на картинке? Да, немножко получается. Это у вас... Надо стараться, чтобы было как на картинке. Мам, ты что? Да, это лапки. У меня второй глаз готов. Стараться и лучше делать. Второй глаз готов. Так, здорово. Так, что у нас тут у Андрюши происходит? Ну-ка, Андрюша, ты что делаешь? Рассказывай давай. Раскатываю. Что ты раскатываешь? Пластилин. Пластилин раскатываешь? Да. Так, что ты будешь делать из этого пластилина? Что у тебя получится? Андрюша, что у тебя получится? Кусочки. Кусочки получится? Да у него болото будет. Болото будет? Да. Ага, понятно. Интересно, интересно. А я ноги делаю. Так, ну-ка а ноги посмотрим, ноги. Болото. Это ноги будут, да? Вот я уже сделал ручку, руку монстрика Бу с пятнышком, как на картинке инструкции. Ты стараешься, да? У тебя получается все? Да, я стараюсь, у меня получается. Все, руку прикреплять уже будешь. Да. Сейчас молодец. Прикрепим эту руку. Давай. Сделаю монстрика. Давай, давай. Ой, держи коробку. Да. Ой, держи коробку. Вот мы прикрепили руку. Я, знаете, что сделаю? Я сделаю гриб. Поганку попробую. А поганку эту нету как делать. А, поганки нам нету. Да? А, нет, смотри, вот это наклейка просто. А. Ну ладно. Так. Хотел маму сделать. Ну что ты, мама, тебе делать нечего, давай тоже. Мама, помогай делать вторую лапку, ты что? Мама, почему не прилипает?
делать? Это надо на пластилин. Так, вот глазки. Надо, мам, дай, пожалуйста, я возьму немножко пластилина. Мне надо сделать, сейчас я буду делать основу для глаз. Да. Основу? Куда я буду прилеплять глаза? Глазницы, может, веки? Глазницы. Основу. Они у нас большие. Мама, делай ногу. Я сделала, я что-то неправильно делаю? Где еще один глаз? Не получается, как у тебя вот так красиво. Настя, мне не получается. Почему? Ну, как-то вот так вот. Дайте, пожалуйста, Настя, вырезала. Покажи нам, что там с глазами у нас происходит. Как у нас там глазки красиво смотрятся. Илюша. Сделал глаза. Ух ты, какие глаза, ничего себе. Подождите, пожалуйста, у него... Получается, вот, да. Круто, ребят, посмотрите. На папа, смотри, у меня получше. Красивая. Сделайте мне, пожалуйста, вот такие вот ноги на картинке. А, ну вот видишь, Настя, мы неправильно, надо вот такие вот, а потом вот такие вот. А и... Я ей говорю, вот, ну, а мы с тобой неправильно, я тоже неправильно делаю. Эх. Ну ничего. Научимся. Надо было им. Я все красиво получается. Да, мега. Ротик. Ротик мы обязательно сейчас. Потому что я лепю. А давайте я буду вырезать, может быть. С 6 или 7 лет. Давайте я буду вырезать. Я люблю красивые. Я люблю красивые фигурки. А то лепить у меня очень получается. Я скоро даже заведу свой канал, на котором я буду снимать про мои рисунки и фигурки из пластилина. Подписывайтесь. Я его скоро сделаю и буду снимать. Каждый день в 13:00 по московскому времени новая серия. Каждый день. Смотрите, что болото. Как будет называться? Канал? Мама, давай. Всякий канал. Котик коммент. Что-то там упало. Так, дальше делаем руку вторую. Она у нас вот в таком образе. Вот в таком вот. Сейчас сделаем ему лапки. Такие вот лапки сделаем. Сейчас покажу вам. А Настя тут вот делает я сделала. Ногу. Да. Я руку делаю. А, ты еще руки делаешь. Настя уже ноги, да, делаешь? Вот, я сделала вот такую вот прикольную лапку. Ее мы, смотрите, мы ее крепим вот сюда. Сейчас я ее прикреплю. А вот эту кому? Покажи. Вот так вот. Видите? Ну, вот так красивенько. Как-то неправильно. Настя, пожалуйста, вырежи мне рот. Мам, вырезай-ка нам рот. Вот грибок получился. Рот нашему монстрику надо вырезать. Ух ты, это что это такое? Дайте мне, пожалуйста, инструкцию. Так. Делаем мы сейчас ушки. Ушки на макушке. Вот какая полянка у Андрея получается. Вы видели? Красивая, Андрюш, такая полянка, но надо, смотри, вот так вот. Вот такая полянка. Вот. Все, начал снимать? Да, начал. Так, сейчас я прикреплю рот нашему монстрику.
Что это, какой-то пластилин нелипучий? Это тесто для лепки. А, тесто. Он вообще не хочет прилепляться. Вообще. Ты ножиком поправляй, чтобы он прилеплялось. Вот вам ножик. Так, надо. Вот. Так, вот сделаешь. Ножиком как бы сращивай пластилин, и все. Все получится. Вот, как он мне грипал. Или тесто для лепки, или как он называется. Ого, какой грибник. У меня получилось... Еще на дерево выходит еще. У меня получился рот на животе, я сделал мало места. Ну, вот так вот красивенько получилось зато. Сейчас поправим руки, глаза, все поправим. Так, сейчас... Мама, ты что будешь делать? Будем... А вы сюда ноги мне сделали? Нашему монстрику там. Сделали? Да, практически все. Я сейчас буду делать ушки. Ушки на макушке. Так. Интересно, ухи. Так. Еще один буду вырезать. Ну, это походу рога. Второй тоже вырезать да можно? Давай, вырежем. А не, это ушки. Я тоже один буду вырезать. Мы вырезаем второй гриб. Мам, покажи всем гриб. Вот такой вот гриб интересный, похож. С зельем рядом. Вот такой вот гриб. Прикольный. Вырезаю. Девочки, смотри. Что это за гриб? Тут-то на мухомора похож, а этот что за гриб? Это какой-то поганка, да, наверное? Это слизневый гриб такой. Или слизь поганка, да? А что, мухомор вырезали, да, уже? Это, наверное, самый любимый гриб. Молодцы. Смотрите, можно вот такой ротик сделать. Смотрите, ребят, вот такой можно ротик сделать. Да нет, страшный. Это, наверное, самый любимый гриб монстрика Бу. Да. Такой гриб вкусный, наверное. Мама, ты стараешься, да? Да. Угу. Что у тебя там получается? Сейчас я вырежу и всем покажу. Так, лапу не сделай. Мы смотрим за тобой, как ты там вырезаешься. Вот старайся. Ну, да что такие за цвета? Это да. Я. Вот мне вот эта листочка. Вот. А я возьму и сделаю. Такие же прям цвета, да? Ну да. Коробочки попадаются. Что же мне делать? Вот такой гриб, да, мама вырезала? Ага. Гриб-поганка, да, называется? Да, гриб-поганка. Давайте. Неправильно? Нет. Сейчас я еще ничего не готова пока что. А можно я рожки сделаю? Или ты уже сделала рожки? А, ты уже сделала рожки. Это ушки, да? А, так мы уже почти все сделали, да? Но уши очень приятные. Да, кстати, очень такой мягкий. А чем пахнет? Интересно, вот нюхайте, что-то нюхайте его. Запах! Вкусный такой запах, а вот это не будет... чувствуется. Бутылка, как не понять, какой-то сладкий. А вот бутылка какой-то медовый. А вот... Бутылка, которая обожает пить наш монстрик Бу. Сейчас мы сделаем бутылку ему. Что, вырезать осталось? На, делай ноги. О, лапка-то уже готова. Или бутылка тоже лепится? Дай. У нас лапка готова. Ну что ж, ага, это же вторая лапа, а не первая третья. Ага, вот это лапа, ничего себе, вот это красивая лапа. Ага, здорово. Ты что плачешь? Ну, друг, я сделаю, как сделаю. Ты что плачешь? Давай ты не будешь плакать. Ой. Они ушли. Ой. Не устали. Мы будем доделывать, да? Ой, что-то у нас рот открывается. Какой красивый у нас мозг. Ну, вы постарайтесь и сделайте хорошо. Вот, сейчас мы... Сделаем с тобой душ монстрик, это у него ножка. А почему, чтобы одни? У него закончился постелин.
Потому что ты ему все на грибочки потратила, на болото. Одна нога у него уже готова. Смотрите, что у нас получается, ребята, очень интересно. Вот тут не хватает. Подержи, давай руками. Руки тебе для чего? Вон стрик. А он сидит, да? У вас он будет сидеть или стоять? Он будет сидеть. Андрей, мне нужен синий пластилин. А то у нас он одноногих получается. Ага. Нам нужен еще пластилин, чтобы сделать ему вторую ногу. Он веселый будет у вас или злой? Он у нас веселый, улыбается. Здорово. А эти злые какие-то. Это злые, да, будут? Андрюш, давай я возьму синий пластилин, хорошо? Чтобы сделать ему вторую ножку. Ладно? Муха-муха. Дай мне, пожалуйста. Не надо много. Посмотри, у него же одна нога большая. А, нет, в принципе, не папа. Ну все, ребята, закончили. Посмотрите, какой монстрик у нас получился. Красивый, да? Да. Покажи, ребята, руками. А еще Андрюша сделал грибочки. У нас, правда, весь разваливается. Вообще не прочный, конечно. Грибочки и болото, да? Рядышком. Он сидит возле болота у нас. Ну, вы его раздавили, похоже, да? Да, выключайся.